Говорячи сьогодні про документальну фотографію, зрозуміло, що вона вже давно вийшла за межі суто репортажного знімку. Це не просто фіксація подій, це перш за все висловлювання самого автора, фотографа, який стає, який аналізує дійсність і який продукує через реальні знімки певні образи. От ці образи, які ми бачимо сьогодні, от на цій виставці, яке це безперечно соціальний проєкт. Воно репрезентує, воно демонструє, воно вводить наш сьогоднішній простір надзвичайно складну, драматичну, трагічну тему в нашому суспільстві. Тому що тема людей, які залишилися на узбіччі життя, це взагалі тема сьогодні світова. А в нашій країні вона особливо гостра, тому що ми зараз переживаємо. Ну, мені здається, що всі проблеми, принаймні Європи, сконцентровані зараз в нашій країні. І оця тема людини, яка залишилася на узбіччі, вона вкрай актуальна. І в своїх знімках Чекменьов виходить за межі суто документального фото. Тому що роздивляючись ці обличчя, ці образи, цей контекст, ми бачимо взагалі тему людини в світовому мистецтві, якщо хочете. В 1994 году я жил в Луганске и получил заказ от социальных служб сделать фото на паспорт. Это была копеечная работа, нужно было очень много снять пенсионеров. И уже в первом доме я увидел женщину, которая не могла выйти даже из своей комнаты, не то что из дома. То есть, но ей тоже нужен был паспорт. То есть я понял, что нужно снимать это как историю. Потому что наша страна получила независимость, наша страна получает свой первый паспорт. Для меня это был момент становления как фотографа еще. Для меня шок был, когда я печатал паспорта, ну, фото на паспорт. Я должен был выдавать черно-белое, печатал сам. И пока мы выдали, человек умер. Ну еще, когда зашли в дом, там слепая бабушка, я ее снимаю, посмотрите, пожалуйста, в объектив. Она поднимает голову, я говорю, в объектив посмотрите. Ай, да я же ничего не вижу, я слепая. Я думаю, зачем? Она не увидит этого документа. На тот свет ее и так возьмут. Сумасшедший тоже, вот там было два человека, которые вообще не понимали, три человека даже. И не понимали вообще, что происходит. Поднимали, держали, такие как беспомощные дети. Через 10 лет после 95-го я хотел продолжить проект «Паспорт». Начал даже снимать. Я хотел сделать паспорт всей страны. Когда я получил предложение снимать людей без гражданства, я увидел продолжение своего первого паспорта. Тогда это были старики, которые доживали свой век. А здесь я вижу, что в таких же условиях, а даже и в худших, живут люди, молодые семьи с детьми. Понимаете, бедность, она одинаковая. Мы же снимали неблагополучные семьи. Мы заехали в какой-то старый советский совхоз. Значит, висит вывеска «Слава КПСС», «Звезда», «Серп и молот». То есть это на металлолом не сдали. Советский Союз развалили, да, и он продолжает жить еще даже на Западной Украине. Вот это было удивительно. Но потом я увидел людей, живущих в хлеву, и это был шок. Семья, где 8 детей, они живут, как я и сказал, уже в хлеву. Ну, они сделали из него 2 жилых комнаты, они завесили коврами, да, но в этих комнатах, ну, я считал детей. Их было 7, и сказали, старшая еще картошку копала. Невозможно получить дотации на деток, да? Нет паспорта. То есть, ну, люди продолжают жить, как забытые своим государством. Это мы уже тут в столице, да и не только, да, мы получаем биометрические паспорта, но мы забыли о людях, у кого не было изначально украинского паспорта. Это тоже еще один шок. То есть люди живут с советскими паспортами. Они живут в таких глухих местах, что действительно как будто бы о них забыли. Ну, скажем, чудак, который отсидел, он спит на производстве. То есть он живет там, в тюрьму он не хочет, да, он законопослушный гражданин. Да. Вот туда я не пойду,
водку я не пью. То есть он принципиально не пьет водку, он угощал мне чаем. Я говорю, чай хоть настоящий, чаюха крепкая. Он, да, чай настоящий. Я издавал за свои деньги в Великобритании. В 97 году я получил эту книгу, и в 97-м с ней я попал на Пари-Фото. Это самый большой фотофестиваль в Европе. У меня была выставка в Париже, и через 2 года фотографии были куплены музеем Людвига в Германии. Нужна упрощенная система выдачи, и мне кажется, нужно бороться за каждого гражданина Украины. Я боюсь, чтобы это не было нашим будущим. Ведь уже наши родители подошли к этому возрасту, мои во всяком случае. Мои, которые сейчас живут в Луганске, в таких же домах, в таких же старых частных домах. Для меня это настоящий паспорт страны, то есть снят честно и показан честно. Так что я думаю, знаете, что самое главное для фотографа не навредить, поднять проблему, да, и помочь людям.